Город Брест, предприятие Санта-Бремер, полдень. В результате нарушения технологического процесса на производстве произошла разгерметизация жидкостного трубопровода, помещение холодильной установки, и аммиак вырвался наружу, поставив под угрозу не только персонал предприятия, но и близлежащие жилые сектора. Тем самым возникла угроза химического заражения. Автомобили МЧС мчатся к очагу выброса аммиака. Все силы брошены на ликвидацию опасности. Но, к счастью, эта ситуация – легенда, согласно которой проходят комплексные учения. Учения с привлечением сил и средств Министерства по чрезвычайным ситуациям проводятся, как правило, один раз в год. Так как аммиачные компрессорные установки представляют собой опасность, это химически опасные объекты, то к ним уделяется особое внимание для того, чтобы оперативно ликвидировать возможные чрезвычайные ситуации на нашем объекте. Компрессорной, облаченные в защитные костюмы, работники МЧС обнаружили условного пострадавшего, вынесли на свежий воздух и передали медикам пожарно-аварийно-спасательного отряда. Ему своевременно оказали необходимую помощь. В такой ситуации, как выброс аммиака, каждая секунда на счету. От слаженности действий всей команды, от взаимодействия различных служб зависит очень многое. Прежде всего, жизнь людей, а также сохранность материальных ценностей. В рамках первого этапа все оперативно справились с поставленными задачами, продемонстрировали командный дух, слаженность. И это говорит о том, что в случае возникновения нештатной ситуации нам удастся оперативно справиться с ее последствиями и минимизировать их. Пока врачи оказывали помощь пострадавшему, химики МЧС тем временем производили замер концентрации паров аммиака и определили границы зоны заражения. Аммиачное облако осадили с помощью водных завес. После чего очередной замер показал – опасность устранена. Все те поставленные перед нами, которые были задачи, мы сегодня их все решили на достойном уровне. Если ты готов решать проблемные вопросы, значит, ты готов сегодня к нормальному функционированию своего предприятия. Это одна из, наверное, основополагающих тем, которая должна на предприятии всегда быть в надлежащем уровне. Чтобы ни один человек не пострадал в подобной ситуации, необходимо всегда действовать слаженно и сообща. Для практической отработки такого опыта и организованы данные комплексные учения. Ведь в реальной ситуации от этого может зависеть не одна человеческая жизнь. Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.